Октябрьская революция застала его на Западном фронте, недалеко от Минска. Павел Жуковин. Свидетель и участник событий тех дней. Твои волны, ну, германцы, на Ирхов скрепил войне, а завалась твою крестьянку, повалю ее в войне! Скоро-скоро лед поставь, скоро с поля снег сойдет, скоро-скоро во всем мире революция пройдет! Переполнит 25 октября Минск уже знал. В Петрограде победила революция. Мы поддерживаем ее. Мы за восстание, заявил председатель военно-революционного комитета Западной области Мясников. В Минске власть перешла в руки Совета рабочих и солдатских депутатов. Мы не учли того, вспоминал бывший тогда председатель Минского совета Ландер, что и наши враги тоже предвидели готовящиеся события. Они стянули в район Минска казачьи части. 20 тысяч солдат против 2000 верных советам. Команда бронепоезда ничего не знала о революции, и офицеры-корниловцы хотели вести его на помощь Керенскому. В 1917 году, 28 октября, 4 часа дня, подходит к бронепоезду подпрапорщик, в чине подпрапорщика. Прямо-таки называет нас товарищи. А до Октябрьской мы не имели права говорить товарищи. Господин. Господин комендант, господин взводный. А он прям выступил и сказал: товарищи, мы должны поехать в тыл на защиту власти Совета. Товарищи. Уже одно это слово способно было воодушевить солдат. Пролыгин сообщил им о ленинских декретах, мире и земле.
Большевистская газета «Звезда» писала: 1 ноября в 12 часов в Минск пришел блиндированный поезд. Привел его большевик Пролыгин. Кто же такой Пролыгин? До недавнего времени о нем знали очень мало. Нам посчастливилось в Тульском партийном архиве найти несколько документов. Рабочий. 17 лет революционер. Кавалер всех георгиевских крестов. Председатель полкового и член армейского комитета. В 27-м году Пролыгин подробно описал путь бронепоезда на Минск. Дежурный по станции Хвоева не дал пути. Офицеры отказались ехать на Минск. Машинист сбежал. Пролыгин взял командование на себя и сам повел бронепоезд. Негорелая. Здесь бронепоезд задержали. Сюда прибыла делегация, якобы для переговоров. На самом деле враги хотели хитростью арестовать Пролыгина и заменить его своим офицером. Не получилось. Поле ночью вновь задержка. Из Минска то и дело запрашивали, какой поезд, санитарный или блиндированный, выйдет первым. Это насторожило Пролыгина. Он приказал сообщить: санитарный. А вышел первым бронепоезд. Враги принимают решение взорвать железнодорожное полотно. Но было уже поздно. Бронепоезд проскочил. В Минске бронепоезд разоружил казаков, взял под охрану Минский совет и весь город. Из тех, кто был рядом с Пролыгиным, нам удалось найти лишь одного. Помощника машиниста бронепоезда Павла Евсеевича Жуковина. Он житель Макеевки. Ему 80 лет. Отец пятерых детей, дед многих внуков. Всю жизнь водил поезда. Поезд участвовал в освобождении Киева, Самары, Симбирска. Первый коммунистический имени товарища Ленина.